Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я думаю, что данное видео необходимо начать со слов благодарности всем тем ребятам, которые присылают подарки, скидывают донаты, ну а кто не может финансово поддержать канал в его развитии, ставит лайки, пишет комментарии и подписывается на канал. Спасибо вам большое за то, что помогаете мне развивать мою мечту, развивать канал абсолютно честных обзоров на все, что в игре происходит. Ну и отдельная благодарность игроку Warbeast, который прислал мне вот этот подарочек. Не знаю, что там, но даже если там что-то самое-самое дешевое, я все равно ценю это одинаково со всеми другими подарками, потому что понимаю, что человек проявлял в первую очередь внимание ко мне, и мне это безумно приятно. Ну что, друзья, открываем, посмотрим, что там внутри. Сейчас порадуемся, там явно что-то классное. Супер! Просто балдеж. Есть бустерочки, которые помогут мне прокачивать. Есть целых 25 бустеров на голду и 750 голды сразу в копилку. Плюс к тому есть иксы. Спасибо большое, мне безумно приятно. Warbeast, приятных тебе игр в нашем клане. И да, ребят, к слову, то, что мне присылают игроки с моих же кланов подарочки, это не значит, что у меня идут поборы со всех игроков. Это просто люди благодарят меня за мой контент и благодарят меня за то, что имеют возможность находиться в приятном клане, в котором они получают максимум удовлетворения. Кстати, ребят, хотелось бы отметить, что на данный момент в моем клане Вот ГСН, который вы видите сейчас на экранах, свободных есть 2 места, и плюс к тому еще 2 места освободится в ближайшее время. Поэтому, если вдруг чего вам интересно, сбрасывайте, пожалуйста, свои заявочки, напишите мне обязательно какой-нибудь комментарий, сообщение в чате игры, добавьте меня в друзья. Ну и, соответственно, ждите, пока я сброшу вам правила этого клана. Еще раз повторюсь, ни с кого ничего не беру за то, что вы попадаете в один из моих кланов, ну и там фанитесь с другими игроками. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.